Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна, у нас с вами мукбанг. У меня сегодня такой быстрый, так скажем, перекус. Я пью кофе, завтрак, обед. У меня пирог, уже остатки пекла. Пироги, родительский день, когда был. Всем, кто собирается есть, кушать, приятного аппетита. Давайте это делать вместе. И пару-троечка бутербродиков. У меня здесь хлеб-батон намазан кетчупом. Там сыр колбасный, там лук. И колбаска. Я еще хотела огурчик добавить соленый, но не стала. В общем, пирог. У меня такой вкусный, пироги такие получились. Вот. Я сделала вот этот, вот у меня остался с картошкой и с курицей. Обалденные. Обалденные пироги. Так что вот. Худеем. Худеем к лету, короче говоря. Так, где и кофе у меня, кофеечек. Я все еще с новогодней кружки пью, кошмар. Уже май на носу. О, горячий кофе, хорошо. А я все еще пью из новогодней кружки. Так, ну что, давай пирожочка. Очень вкусно. Где моя салфетка? Прекрасно. Великолепно. Вот. Вкусненько. Что-то хотела сказать. У нас отключили отопление. Наконец-то. У нас на улице лето. Ну как лето? 23 градуса. Тепло. Многие ходят в футболках, я нет. Я так в толстовочке. Но все равно. И дома такая духотища была. Такая жарища. Говорили, будут отключать нас со среды. Но отключили нам отопление по факту в понедельник. Но если бы до среды ждать, мы бы тут вообще сварились. Все окна открыты, а толку-то от того, что окна открыты. На улице-то тепло. В общем, даже сейчас вот отопление отключено, и все равно жарко дома. Хорошо. Ну, можно не обольщаться сильно, потому что у нас в мае снег бывает, выпадает. Особенно на 9 мая у нас всегда портится погода. Поэтому вот так. Очень вкусно. Ну, что-то я... Наверное, только один бутерброд съем. Молчу, видите? Не говорю. Давайте еще бутерек. Это мой быстренький мукбанг. Я, может, сегодня еще буду снимать мукбанг. Посмотрим, как пойдет. Я дома-то почти не нахожусь. Не бывает меня дома. Вкусно. Когда я рассказывала, помните, про прививки от клещей? Ну, вакцинацию. У меня одна девушка написала, что типа под лопатку ставят прививки от столбняка, по-моему, что ли, написала, что они болючие. Может быть, я же говорила, что это 90-е годы. Поэтому... Нам тогда именно ставили под лопатку. Но вот кто, мой ровесник, кто ставил, пишите. Именно под лопатку ставили. Это сейчас, по-моему, в руку ставят. Вот сюда.
А нам ставят под лопатку. Это незабываемое ощущение. Причем все по-разному переносят. У нас кто-то даже в обмороке от боли, именно от боли падали. У всех же болевой порог разный. Кто-то от боли, кто-то от страха. Я помню, у нас девочка в классе была. Она до того боялась этих прививок, всяких укольчиков, вот это вот. Она постоянно пряталась за шкаф там, вот, в медкабинете в этом. Так что я не ошиблась, я именно, да, вот от клещевого эгела. Вы поняли. Сейчас все по-другому. Столько лет-то прошло, конечно. А нам тогда фигачили. Мукбанг для тех, кто просил не разговаривать мне. Итинг, как он там называется? Итинг же, да? Лук выпал. Очень вкусно. Сыр колбасный, вообще классный. Меня спрашивали название, я не помню. Но он продается в Чижике, мне кажется, больше нигде, наверное. Как же он называется? Павлович, что ли? Фирма Павлович, что-то такое. Бургер-сыр называется. Угу. Бургер-сыр колбасный, подкопченый. Я в следующий раз, когда куплю, я сфоткаю. Или на Дзене выложу пост. Так что, кто на Ютубе смотрит, приходите на Дзен. Там я иногда, ну, побольше информации, так сказать, выкладываю. Вот. Очень вкусно. Класс. Все, бегом, все быстрее. Вкуснятина, вкуснятина. Вика, привет тебе. Сообщение от тебя. Все, я на этом буду заканчивать свое видео. Кому понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик под видео, чтобы всегда быть в курсе, когда у меня выходит новое видео. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Ну, а я, конечно же, подготовлю для вас новые мукбанги. Всем приятного аппетита, приятного просмотра и всем пока-пока.